Конструкция и принцип работы поплавкового регулятора уровня 100 FL. Клапан 100 FL отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Данный клапан управляется поплавком, который устанавливается в резервуаре на максимально возможный уровень. Клапан 100 FL постоянно поддерживает требуемый уровень воды в резервуаре. Рассмотрим принцип работы клапана 100 FL. Клапан устанавливается на трубопроводе наполнения резервуара. При этом поплавковый кран, который обеспечивает управление клапаном, устанавливается внутри резервуара в его верхней части. В полностью наполненном резервуаре клапан закрыт. При уменьшении уровня воды в резервуаре поплавок начинает опускаться. Поплавковый кран открывается и обеспечивает удаление воды из управляющей камеры клапана. Клапан постепенно открывается и происходит наполнение резервуара. По мере наполнения резервуара поплавок начинает подниматься и медленно закрывает поплавковый кран, по которому вода уходила из управляющей камеры. Управляющая камера клапана снова наполняется водой. Клапан начинает закрываться, уменьшая подачу воды в резервуар. Когда поплавок возвращается на прежний уровень, управляющая камера полностью наполняется водой и мембрана закрывает клапан. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.